Всем привет! Пришел маленький, но довольно-таки интересный пакет. Здесь у нас пришло три бижутерии, так называемый листик, два листика и какая-то фенька, что-то типа подобное, как его, цветочка, что ли, не знаю. Сейчас все увидите. Все заказывалось у одного продавца. Ну, в один день, грубо говоря. Ну и продавец красавчик положил все это в один пакет. Плюс ему огромный. Спасибо. Что не надо ждать, блин, таких мелких посылок, которые постоянно теряются. Так что, ну хотя бы если потерялось, потерялось бы все. Ну и ладно. Так, давайте посмотрим. Шла на 30 дней примерно где-то. А может меньше. Что-то я не записал даже, сколько нашла. Ну, шла довольно-таки быстро по сравнению с Китаем. Там, ну, свои две недели она шла стабильненько. Так, открываем и смотрим. Угу. Так, вот такие вот три бижутерии. Так, надо свет немного поднять, чтобы не сильно блестело. Давайте вскроем. Заказывали теща, сидели тут, выбирали, блин, с женой. У меня только эти смс-ки приходили. Ну такая вот фенечка. Я сфотографирую это все и тоже выложу в Инстаграме. Так что, ну, я думаю, что и под видео я тоже в конце видео выложу эти фотографии. То есть, смотрите. Фотографии будут лучше видны. То есть, если на видео это так себе, особенно на моей камере. Вот такой листик. Это у нас, я не знаю, булавка. Не знаю, как это называется. Так. Теперь. Вот такой у нас. То есть вроде все работает. Так, это что-то как там тут. Оп. А, вот так вот. Замочки прикольные. Я никогда такие замочки не видел. Вот такой побольше. Это мне побольше нравится, так сказать. Прикольненький такой. Иголочка тут. Так. Откладываем. Сейчас будем фотографировать это все. Не переставаю удивляться китайской бижутерии, за такие копейки, а делают просто шедевры на самом деле. Эти шедевры у нас стоят, блин, если вот это все обошлось где-то, блин, рублей 150, наверное, может чуть-чуть побольше, ну ладно, 200 пускай, то, блин, у нас вот за это ты отдашь, блин, ну не знаю, ну минимум рублей 800, наверное, блин, ну пятихатку. 500 рублей, блин. Так что за такие копейки продают, а у нас... И вот такая вот, я не знаю, что за бабочка, что ли, стрекоза, блин. Ну, вот такое. Ладно. Хрен с ним. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на соцсети, на мои Инстаграм, Твиттер, Фейсбук и Контакт. То есть просто подписывайтесь, а там уже по ходу пьесы будет много народу, начну выкладывать какие-нибудь новости, какую-нибудь информацию. А сейчас у меня там 5 человек из них, они мои друзья все, то бестолково что-то выкладывают, так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и не забывайте про сервис backly.ru. Ссылка будет в описании на все. Всем пока.